Александр Никонов к учебе всегда относился с энтузиазмом. Результат – второе место на турнире имени Ломоносова и бюджетное в медуниверситете. Парень готовится стать кардиологом. Кардиологов достаточно мало в поликлиниках и больницах. Во-вторых, это очень полезная профессия, потому что, как и все, впрочем, врачи, они помогают людям. И в-третьих, это очень интересная профессия, и в ней постоянно появляется что-то новое, есть возможность для исследования. Всего в этом году медуниверситет принял 1500 первокурсников на все направления подготовки. Причем проходные баллы выше, чем в прошлом. Особенность этого приема еще в том, что целевые места были распределены иным образом, чем в прошлом году. То есть сегодня получил целевое направление житель Курска, имел право и возможность поступить с этим направлением в любой медицинский вуз страны. И к нам, соответственно, могли кто-то приехать. Поэтому, ну, одно условие. Уехавший из Курской области через 6 лет студент с целевым направлением обязан вернуться. Торжественно вручили новобранцам зачетки, поздравили с началом учебного года, и вот, наконец, сдернуто покрывало. Перед нами памятник эритроциту. Первый в мире, по словам руководства КГБУ. А в аллее первых теперь есть памятная доска Черкасскому, автору первого изобретения в этом университете. Ангелина Рязанцева, Геннадий Воробьев, телеканал 7.